что вы делаете, когда попадаете в ситуацию, где были нарушены ваши права, либо вы нуждаетесь в быстрой правовой консультации. Обзваниваете друзей, вспоминаете, есть ли знакомые юристы, адвокаты, начинаете искать информацию в сети интернет, так ли это удобно и насколько точны ответы. Теперь это в прошлом. Приложение ПАНА – мобильный правозащитник, которое стало доступным и быстрым источником информации о защите своих прав в Казахстане. Возможности приложения. Поиск по уже готовым вопросам-ответам. Свыше 150 правовых консультаций по разным темам. Возможность задать свой вопрос и получить ответ. Доступ к различным правовым документам. Поиск нужного правозащитника для живой консультации. Формы для заявлений и обращений в государственные органы. Участие и подписание различных петиций. Приложение доступно в Play Market или App Store. Создано при поддержке фонда Сорос Казахстан.